небольшое объявление. Ёб***лист, я хотел АСМР объявление сделать! Внимание, сегодня примерно в 6 или в 7 часов вечера по Москве я запущу стримак, так что приходи, буду тебя ждать. Ну что ж, друзья, товарищи, Warface добавили-то наконец-таки баганный дробовик, да, который по ошибке попал в игру, кто-то его успел выбить и играл до этого момента, а кто-то не успел, то это вот я, если что, да, вот я. Я тот самый чувак, который не был дома, прикиньте, когда дробовик добавили, вроде как домосед. В тот момент именно вот. Ну, короче, не повезло. Короче, всем привет. Устраивайтесь поудобнее, приятного просмотра. Мы сейчас с вами отправляемся выбивать сразу же новый дробовичок Агент Ворон. И посмотрим, какие сборочки актуальны. Я точно знаю, что там есть у него мод на темп стрельбы. Уникальный мод. И этот мод не стоит. Я уже обрадовался, думал, мне уже он сразу же выдало мне его. Вот так вот. Размечтался. Ага, сейчас прям. Там есть уникальный мод на темп стрельбы. Да блин, что так сыпет? А можно дробовик? И он очень сильно режет урон. Вот. Соответственно, эту сборочку мы тестировать не будем, потому что она, по-моему, осталась неизменной с самого ПТСа. А на ПТСе она была, в принципе, особо неиграбельная. И у нее, получается, сейчас будет мариновская версия и дробовая версия. Какая будет актуальнее, посмотрим, попробуем разобраться. А может быть, вовсе калашников комрад сильнее. В этих пяти и... Хуй там. Уже, кстати, улетело примерно 4000 кредов. Выдало, ну, наконец-то. Вот только начал ныть. И все выпало. Вот этот мод режет сильный урон, да, 300 урона режет, оставляет 500 урона всего лишь. Темп стрельбы зато становится очень высоким, боезапас и отдача режет дробовику, зачем? Короче, этот мод, забываем про него сразу же. У нас марлиновская версия, и вот, соответственно, версия на дробинке. Чтобы марлиновскую версию нам сделать круче, нам нужно вот это вкачать, чтобы у него точность от бедра стала более-менее хорошей. Вот это, наверное, надо сюда втыкать еще. И темп стрельбы. Стоит ли ставить урон по конечностям и урон по торсу. Вот это мы проверим сейчас прям в тестах. Поехали отправляться тестировать. Так, поехали. Ваншот в тело. Это получается у нас сколько квадратов? Раз, два, три, четыре. Четыре квадрата. Ваншот в тело имеется. Отходим на 4,5 квадрата. Ваншот в тело. 4,5 квадрата уже не шотит. Все, будем проверять еще сейчас с уроном по торсу. 3 квадрата в руку. Ваншот. Да, чуть больше уже будет не ваншот, правильно? Да, чуть больше уже не ваншот. Так, в ногу. 2,5 ваншот, и вот 3 будет уже не ваншот. Надеюсь, вы запоминаете. Я-то потому что сам не запомнил походу. Ну и вот, короче, 3 квадрата не ваншот. 2 мода на урон в конечности и урон по торсу, и смотрим, что поменяется. Поехали. На 2,5 квадрата был не ваншот в ногу. Ваншот. На 3 квадрата будет ваншот в ногу? Ваншот. Очень сильно роляет. На 3,5 квадрата будет ваншот в ногу? Не ваншот. Так, 3,5 квадрата не ваншотит. Но по идее, зато 3,5 квадрата ваншотит руку, скорее всего. Ну да, 3,5 квадрата. А 4 квадрата руку ваншотит? 4 квадрата уже руку не шотит. Окей. А ваншот тела был в 4 квадратов, значит, делаем 5 сразу пробуем. Ваншот тела будет? Не ваншот тела. А урон по торсу, вот это вот расстояние, но оно значимо ли? То есть, вот, грубо говоря, все показатели у нас увеличились вот на это расстояние. На пол квадрата. Ну да. Короче, ваншот, урон по конечностям, урон по торсу ставить смысла особого нет. Потому что у нас все показатели увеличились ровно на пол квадрата. А пол квадрата это, ну, вот типа вот подойди сюда. Вот, вот это вот на такое расстояние увеличилось. Экс, возьми дробовик мой, который вот тот был. Встань вот с этой дистанции, с каких шотов ты его бахнешь? С 3? Да, 3. В тело ты ровно стрелял? Да, ровно в тело. Так, ну-ка, а я? А я с 2. Короче, урон по торсу, может быть, имеет смысл поставить один единственный мод, но в конечности точно не вижу смысла ставить. Отсюда я буду с 2 тебя уносить. Ха, может это вот так сильно орляет? Ты подожди! Сейчас я снайперский прицел поставлю, мужик. Вот, короче, для чего нужен урон по торсу, ребята. Охуеть! Ты идите вы нахуй! Вы чё, с такой дробовик серьезно вы добавили? Вы чё, блядь? Там! Че вы, успокойтесь, ну, таблеточку примите. Че вы шо, бля, с ума сошли, что ли, все? Раз. Что? Подождите. О, во-во-во. Раз, два. Ну стой, вот стой там. Экс, а у тебя дробовик калашников? Да. Быстренько, умри. Экс, выходи быстрее, к сне вставай, и сколько шотов тебе понадобится? Вот стой, с ней встань. Вот тут, назад. И сколько тебе понадобится шотов, чтобы его убить? 4 шота, блять, это с 2 убивает. Ладно, пошли тестировать в катку уже непосредственно, потому что, ну что-то это какая-то хрень. Это ж... Как?
Это надо тестировать однозначно. Перед этим, напоминаю, как обычно по традиции, в описании переходите забирать себе комплект снаряжения и пушек на все классы. Новички там же могут зарегаться, те, кто не захотели больше места, могут забрать все то же самое. И давайте играть в Warface, потому что только в Warface дробовики, которые убивают за километр. Только в Warface. Лучшая игра на свете, сука. Да. А тем временем... Только в Warface дробовики, которые убивают за километр. Только в Warface. Лучшая игра на свете, сука. Да. А еще, кстати, я знаете, что нечаянно обнаружил? Тут появился командный бой, район номер 4, конвой. Я либо тупой, либо тупой. Ну, как будто бы я на этой карте ни разу не играл, поэтому давайте отправимся в мясной режим для начала и посмотрим, насколько удобно с этим дробовиком играть в мясном режиме. А? Ты мышь, что ли? Я не понял. Богатей, крыса. О, богатей, откис. Вот она, вот она, вот она, ребята! Не может стрелять во время того, как ты перезаряжаешь ее. О, еще и D17. Так это ж прям подарок мечты. Ну, конечно, меня сейчас, скорее всего, с комрадов тут будут в очко иметь. Смотри, короче, показывай один раз. А я этого не ваншотнул, вы понимаете, какая обида ему! Я не ваншотнул штурмовика в упор! Что? А что за тесты были тогда? То, что он с 200 убил... А, ну да. Оно же убивает с 200, не с одного. Точно. Пиздец! Вот это что это было такое? Почему он не ваншотнул? Бам! Отыгрался, блин. Они боятся. Они... Не боятся! Я занимаюсь не тем. Надо дробовик тестить. Пока что тест... И максимально. Куда вы прете, блядь? На мне шкаф. Найс! Найс, давайте, собор! Работаем! А, хотя у нас там мужик играет 1-7-2-5, блядь. Какой собор? Кот, не бежим, давай быстрее. Давай, блядь. Можно резать на кишке. Найс. Найс, найс, найс. Давайте, давайте, собираемся, бля. Беремся, беремся за каждый раунд. Он в упор даже убить не... Не, ну это команда вообще не мечты просто. Тут базар оно. Так, ну что ж. Могу сказать однозначно, что этот дробовик не для меня, потому что у меня... Клешни, а не ручки. Мне нужно обязательно ставить вот этот мод, потому что одиночная версия меня полностью не устраивает. И мы ставим, получается, вместо кучности, ой, вместо урона по торсу вот эту штуку и, в принципе, продолжаем наш марафон. И, возможно, у нас сейчас получится хорошая такая помпа. Ну что ж, here we go again. О, там это стримеры, походу, да? Бонни Варфейс. О, мы против медиума, девочки. О, мой гад, папа, против стримерши с новым дробовиком, она была в шоке от моего ствола. Я как раз с новым дробашом, нормально, давайте. Как будто бы пора выигрывать, да, девочки? Сладкое между ног. Найс, Ник. Что ж, проверим. Не зарегало шот. Нахуй стреляю вообще, блять, в этой игре? Не понимаю, зачем стрелять, когда не регнет? Я думала, я его с такой дистанции убью. Чувствую каждое движение. Охуеть, блядь. Ладно, я отошел. И меня убили. Что? Хэдшот? Не хэдшот, точнее. Нет, что-то я настоящий мецли. Но он просто с вами будет резать. Тем бы тебя. Попадаю. Медиум, да. Против медиума играем. Я вообще не понимаю, что делают. Район заходит. Двойку. Да они везде. И на единице, и на двойке. Вообще непонятно. Туда. На двойку можно. Туда нормально тема ходить. Туда это вообще нормально. Кидаю гранату! А смог туда дать? Я туда дал, смотри. Я в крысу сижу. На заходу дала ходить. Здравствуйте. Бля, в планту сидит. Смотри, коротко.
Ой-ой. На нахер, на нахер, на нахер. Так хочется нахуячить их другим классом. Что-то Костя не тащит. Вообще, как будто бы да. Могу сосредоточиться. Кот, заебал ты туда-сюда ходить. Ты еще отвлекаешь меня. Еще сквеки. На нахер. Оп, оп, оп. Это рабочая связка, девочки, давайте делайте. Оба дерево. Зря сказала, что медиум не тащит. Уже это... Два фрага сделал. Если бы я сейчас не попал, было бы очень плохо. С калаша я бы был намного увереннее. А, и клач забрал. Ну, конечно, конечно. Зачем я сказала это вслух вообще? Он минус 3 сделал, и клач забрал. Знаешь, врал. Что я тебе скажу? Что? Скажи. Хорошо, Настя. Вместе с тобой пойдем, да. В одну. Наивная. Блин, вышел. Подкат ресает. Блэн зашла. Что за львицы? Профессиональные львицы. Киберкотлетки. Первый этаж. Ленд. Чё? Девочки, 9-5, 8-3, Катя, девочки, соберитесь. Я опорник. Да я вообще не могу попасть с этого дробаша. Дерево. Очкошники, это не команда. Ну смотрите на нее, она просто сидит, боится, блядь. Ты просто богиня, богиня, Анастасия. Хотя вот против нас, девочки, вот смотрите, что делают, блядь. 12-5, 13-6. Что делают мои девочки, нахуй? Хэдшот в голову тебе, штурмовик! Да. Найс. Господи, блядь, что ж так сложно-то нахрен? Я не понимаю. Камрада бы я отъебашил. Да иди ты на! Ай, липучка! Ха-ха! Этот баг вернулся! Что? Я просто по приколу решил чекнуть! Да угорю! Как же точечно надо попадать! Либо надо просто его прокачать, чтобы было попроще. Я хз. Плант есть. А зачем сразу пушить? Да откуда он берется? Ну, я не понимаю. Закончил, бля, пока сам все не сделаешь, хуй, что выиграем. Да, тяжко, тяжко. Это пиздец, я смотрю на девочку, она там стоит. Оружие, блядь, блядь. Прям комплектно. Граната, блядь. Смог, все. Это пиздец. Короче, что могу сказать? А, в одиночной версии он очень силен, но имеется в виду не дробинками, потому что он с двух убивает на огромную дистанцию. Если вы два четких выстрела умеете давать подряд, и вам дают это сделать, то вы бог. В упоре вы ваншотите 100% чело. Мод на дробинке, на этот дробовик я вообще не вижу смысла от него никакого. Ну да, я сыграл с ним, в принципе, неплохо, но с калашником-камрадом я бы сыграл в разы лучше уж. Что тут скрывать? Он в разы сильнее. По темпу стрельбы, по крайней мере, точно. Урона у него, видите, чуть меньше. Дальности у него даже больше, чем у этого дробовика. Спрашивается, зачем этот дробовик нужен с модами на дробинке, я не знаю. Этот дробовик, если вы используете, то используйте только на одиночный патрон, чтобы был один выстрел, один труп. Все у меня на этом. Также я сразу же заметил, что во время перезарядки с этого дробовика невозможно стрелять. То есть вот смотрите, я стреляю, вот нажимаю перезаряться, вот щелкаю стрельбу. Он заряжается, еще 4 патрона там зарядил. Давайте еще раз расстреляем, чтобы понятно было. Вот 2 патрона, он успевает 2 зарядить. Это что, для кого сделана такая большая задержка? Я не понимаю. А в прицел, вот тоже в прицел, вот я перезаряжаюсь, нажимаю в прицел. Вот, я выхожу из прицела, перезарядка. Полминуты проходит примерно. Ну ладно, не полминуты, ну несколько секунд точно. Что это такое? Пофиксите, пожалуйста. Мало того, что дробаш для очень ограниченного круга игроков, так еще и с такими нюансами.